И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами поиграем в безумно интересную игрушку под названием Mindus 3. Эта, ребята, игрушка у нас достаточно простая, по сути, мы здесь строим базу и защищаем ее. Но конкретно как это дело происходит, это совсем уж другой разговор. Здесь, ребята, мы сначала строим автодобытчики. Такие шахты, короче, ставим, которые добывают нам уголь, камень, железо и тому подобные ресурсы. Их мы доставляем через конвейеры к нам на базу, чтобы получить этот ресурс. Но также наши оборонительные сооружения работают на этих же ресурсах. То есть нужно будет конвейерами доставлять себе патроны, ресурсы эти к нашим турелям, чтобы они также нас защищали. И также по мере того, как мы будем проходить дальше, они будут открывать всякие новые возможности. То есть где-то мы будем переплавлять руду и тому подобное. В общем, начнем с первого уровня. Думаю, вам будет более-менее понятно, про что это, когда я уже конкретно начну что-то делать. В общем, вот наша первая база. Вот такая вот коробочка стоит, две турели. Как видите, к ним уже подгоняются ресурсы. В самом начале добывается камень, и он прямо в них доставляется. Здесь также у нас есть уголь, здесь также у нас есть железо, которое мы сейчас как раз и будем реализовывать. У нас есть вот такое вот окошко крафта, здесь мы убираем различные штуки. Начнем мы с железа, понятное дело, которое нам нужно будет доставить сейчас. Пока что у нас добывается довольно мало камня, надо бы увеличить объемы добычи, сейчас мы с этим разберемся заодно также. Но пока что давайте отправим хотя бы первую партию железа, чтобы она начала уже у нас что-то восприниматься как-то нашей базы, хотя нет, сейчас будет большой крафт, давайте сразу же сделаю проект побольше. Так, добавим еще майнингов и еще майнингов добавим. Кстати, пока я это ставлю, если вам игрушка интересная будет, то не забудьте поставить лайк, и я обязательно поиграю в нее еще. А в игрушке возможностей достаточно много. Так, ну что, ждем, пока доставится остальное, или же конвейеры сначала. Да, ладно, давайте конвейеры все-таки сделаю, все равно их надо будет сделать нам. Так, и как-нибудь их вот сюда прогоним, так, думаю, будет проще. Так, вот здесь так ставим, разворачиваем. И вот сюда, как видите, железо уже побежало прямо активно так к нам на базу. И сейчас оно будет уже восприниматься. Так, сейчас потихонечку добавим еще парочку майнингов вот этих вот самых. Так, и еще один не нужен, чтобы мы уже закончили, было все правильно. Так, все окей, ставим. Также здесь уголь, как видите, есть, до него мы тоже доберемся. Уголь и железо вместе дают нам сталь по итогу, если мы будем плавить их. Но это уже чутка попозже. Также не забываем, что это дефенс игрушка, поэтому нас в скором времени нападут. Видите, здесь первая волна, так что в скором времени нам придется драться. Но также, конечно, наш бот это тоже боевая машина, как бы, и мы тоже можем сражаться за нее. Первые волны будут супер простые, да и уровни вроде как простенькие достаточно, поэтому особо сложности у вас не возникнет, думаю. Хотя далеко я еще не проходил, так что не знаю. Возможно, действительно будет дальше очень сложно. Ну наверняка будет становиться сложнее, это по-любому понятно. Но не знаю, когда конкретно. Так, это у нас генераторы энергии. Пока что они вроде как нам не нужны. Я не знаю еще, какие конкретно крафты требуются для вот этих штук. Но, думаю, в скором времени мы с вами разберемся. Так что давайте добывать теперь уголь. Первая волна уже пошла. Три стрелочки нарисовано, три врага к нам идет. Так, но я сначала угольки прикажу нам добывать. Кстати говоря, вот сейчас, подождите. Вот эту штуку поставлю. И заодно тоже кое-что покажу. Так. Нет, стоп, это я неправильно ставлю. Так, это убираем. Надо, чтобы вот так вот загонялось нам в итоге. Так, вот сюда, потому что там пушки поставляются, патроны. Надо будет это потом переставить, все понятное дело. Сейчас не до этого, конечно. Сейчас я стараюсь побыстрее ресурсики какие-то нам загробастать. Чтобы побыстрее там уголек уже добывался и все такое. Хоть что-то, чтобы шло. Так, в общем-то, пушки, да, пушки. Дело в том, что пушки разные у нас. Это вот, например, турельки, которые заправляются обычными камнями. А вот эти уже турельки, насколько я знаю, для них требуется железо. И чтобы работало это все круто и классно, нам нужно бы найти какое-нибудь желательное местечко, где есть железо. Но я так смотрю, что... А, вот, нашли место. Вот здесь, в принципе, можно организовать такую блокаду. Стенку, через которую враги будут, конечно, проходить, но очень даже тяжело им это будет даваться. Так, ну давайте попробуем первую штуку поставить. Я еще не пробовал по вот такой методике, ее недавно увидел. И по идее тоже должны патроны добавляться. Ну-ка. Вот эта зеленая полоска означает, насколько она загружена. Да, слушайте, патроны вроде в нее поставляются. Ну-ка, и стреляет она сразу таким нормальным залпом, по идее. Но одна пушка достаточно слабая, поэтому здесь она супер сильно дефить не будет. Но фишка в том, что мы можем ее... А смотрите, что с ней можем сделать с вами. Мы можем сделать вот так вот. Это стены, мы их можем поставить. Я, правда, еще и так тоже не делал, но вроде как проблем с этим не должно возникать. И защита должна прибавить. Да, все отлично, смотрите, у нас теперь стоит защита. И нашу пушку так легко не пробить. Так, единственный вопрос, я не знаю насчет патронов, поставляются они или нет. Это единственное, что сейчас меня больше всего смущает. Я в этом абсолютно не уверен.
Поэтому это меня и напрягает. Так, ладно, давайте пока поставлю пару пушек. А, по-моему, еще камень нужен, точно. В эту пушку же еще, наверное. А, нет, смотрите, достаточно железа. Все, окей. А, железо работает, все круто. Так, давайте-то поставим еще одну добывалку вот сюда. И также продолжим закрывать этот проход, чтобы нас враги, в принципе, пока не беспокоили. Эти пушки надолго. Надолго их хватит, поэтому пробивать будут нормально. Наших врагов. Так, давайте просто закрою здесь и пойдем отсюда. А, ребята здесь, думаю, сами разберутся, если что, потом вернемся, если вдруг кто-то пройдет. А, так, у нас уже тем временем накопилось столько-то камня, столько-то железа, столько-то этого. Так, давайте будем с вами теперь это плавить. А, так, где мы будем это плавить? Офигенное место вот здесь, по идее, потому что здесь и уголь, и железо могут вместе сочетаться по одной дорожке. Поэтому давайте поставим сюда. Так, добывалка угля сюда, добывалка железа вот сюда, думаю я. Так, уже следующая волна пошла, ну ничего страшного. Так, раз, и вот здесь должно быть уже на выходе, как я понимаю. Так, 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 и, ну-ка, получается у нас сталь. Да, вот кусочки стали начали выезжать. Окей, значит, все работает правильно, а ничего я не напортачил. Так-с. Я уж просто слишком глубоко в эту игру не углублялся, то было бы неинтересно, если бы я уже, наверное, все-все-все знал. Ничего бы, наверное, не удивлялся. Так, фу, блин. Мисклик. Ладно, хоть ресурсы возвращают. Это плюс огромный, что ресурсы возвращают в случае каких-то косяков. Так, давайте вот здесь такое кольцо тогда сделаем. Посередине я могу поставить, по идее, пушку. А, давайте как раз ее и поставим. Так вот. А то это в центре пространства все равно никак использоваться не будет, а пушка заряжаться хотя бы у нас станет. Так, и у нас появились новые конвейеры стальные, я не знаю, насколько они лучше, но наверняка они отличаются. Но насколько я смотрю, у них хпшки больше, возможно и скорость больше, ну-ка давайте посмотрим информацию. Так, Item Speed Second 2.4, а здесь у нас получается 1.2, гораздо быстрее на самом деле, гораздо. Так, вот эту бы ленту тогда заменить. А, и сделать уже стальную ленту, например, из этой. И скорость гораздо будет больше, но я весь металл потратил на это дело. Ну ладно, сейчас разберемся. А, потихоньку, помаленьку с вами все сделаем. Так-с. Здесь вот сюда. Так, вот так, вот так. В круговую у нас пойдет, значит. Тык-тык-тык. И вот тык. Все готово. Вся у нас теперь... Все железо у нас отправляется в плавильню. Это довольно быстро, кстати говоря, крафтится, смотрю я. Так, теперь уголька нам не хватает. С угрём сейчас самые основные проблемы. Нужно добывать больше камня еще. К тому же у нас с камнем проблемы. Давайте увеличим объемы добычи камня. Что-то прям вот совсем с ним грустно, а то... Камень хотя бы можно добывать супер изично. Тут вообще с ним как-то особых заморочек и нет. А, так, вот давайте вот такую линию какую-нибудь выстрою. Супер длинную. Так, единственное, что вот эти вот камушки... А, их можно все-таки ломать, ё-моё. А я никак не пробовал даже на них нажать, поэтому такой... Ну, думаю, наверное, они не ломаются. Такой, ну да, ломается, оказывается. Так, все, вот такая супер линия. Теперь камней должно более чем достаточно быть. А, так, только здесь что... А, блин, ленту неправильно поставил, ё-моё. Так-с. Блин, придется часть железа все-таки уничтожить. Ну ладно, бывает. А что удобно, ресурсы вроде как не заканчиваются. Это очень даже круто. Офигеть, сколько там стали. Просто посмотрите, какая тонна и туда стекает. Так, и все еще мне... А, теперь железа не хватает. Железо добывается очень слабо. Так, нам надо железа побольше тогда с вами. Окей, давайте разберемся. Что за звуки такие страшные, господи. А, так, вот сколько здесь, смотрите, железа. По идее, все его надо реализовать. Помпа. Что такое помпа? А, так, жидкость качает. Ну, в принципе, логично было, но я ж не ставил ее ни разу. Вдруг это что-то другое окажется. Так, как бы нам правильнее здесь все это построить так, чтобы большую часть задействовать? Так, если я вот сюда поставлю, по идее, еще будет все качать, да? Вроде да. Не уверен в правильности того, что как я буду сейчас ставить все это добро. Тут по-любому будет. Тут пушки надо ставить тогда. Чтобы хоть смысл был какой-то в этом. А то так будет совсем. Потому что вот эту часть я точно не смогу никак задействовать. Так. Хотя стоп. Так, ладно. Допустим, если я ленту делаю вот так. Так, она так едет, да, у нас получается. Вот. Так, здесь, правда, ошибка. Здесь надо разворот правильно делать. Так. Вот сюда. Сюда. Вот сюда. Ой, стоп, опять косяк. Блин, неудобно вот эти штуки ставить немного. Было бы удобнее, если бы они автоматически так делали. Так. А, вот здесь косяк. Так, вот сюда. Теперь должна нормально катиться вроде как. Так, отлично, все, вот едет туда, куда я хочу. Так, вот сюда мы отправим. И остальное железо надо сюда добывать. Так, тогда получается как я. Ну, по идее, я вот сюда могу. Ладно, давайте проставлю.
так, как изначально думал. Так, и получается, эту часть надо задействовать. Так, но оптимальное, наверное, решение будет вот так. Или вот так. Вот так больше получится. Так. Ну, в принципе... Нет, знаете, как лучше сделать тогда? Так, давайте вот здесь вот так линию сделаем с вами. И тогда будет гораздо лучше, хоть и не получится то, что бы хотелось изначально, но все равно получится нормально, и железо с вами хорошо получим. Так. А вот здесь еще можно поставить добывалку одну. Так, главное сюда закинуть. Ага, готово. И где у нас еще одна добывалка? Так, вот сюда. Что-то не ставишься? О, все, окей. Так, и здесь можно пушку. На всякий случай пушку поставить, пусть дефит. Так, вдруг здесь кто-то нападет каким-то образом. Так, теперь надо конвейер дальше достроить просто. И все будет с вами уже у нас круто. Так, вот эту пушку мне не хочется переставить здесь, потому что подход такой закрытый у нас. Надо будет ее переделать сейчас как раз. Так, стали, интересно, дофига у меня или не дофига? Ладно, я поставлю стальную дорогу, пусть будет быстро прогоняться ресурс. Стоп, я не в ту сторону делаю, сейчас бы закосячил снова. Так. Че, у меня так мало стали, серьезно? Или больше требуется? Или это все, что я могу построить просто? Так, это, видимо, все, что я могу построить. Так, ладно. Здесь вниз. И... вот сюда. О-о-о-о. Так, нам пока что еще вроде враги не проходят. Вроде моя там структура держит, хотя надо бы пойти посмотреть, что еще там происходит на самом деле. Ликвид роутеры, всякая штука вот эту я еще. Так, сорян. Говорю, что я приболел, если вдруг вы не знаете. Так. Weapon Factory, кстати говоря. Интересно, что это такое. У нас, по идее, у нашей штуки должно быть тоже разное оружие. Но я еще не знаю. Так, Weapon Factory. Здесь уже нужен вот эта вот синенькая штука для добычи. Это у нас титаниум. Титаниум — это вот эти вот кусочки, да? Угу. Супер дорого стоит добыча их, но мы можем себе уже позволить такую тему доставлять. Так, а здесь-то чем косяк произошел? Стоп. Че, не так? Конвейер в обратную сторону, что ли? Или что? Подождите, что-то не понимаю. Че, серьезно, весь конвейер в обратную сторону? Я молодец. Так. По-другому не скажешь просто. Молодец, молодец. Так, вот. Я думаю, что за пробка такая? Что случилось? Так, титаниум теперь надо поставлять. Ну, можно, в принципе, сюда же загрузить его, да? Так. Ну, давайте через сюда прогонять. Тут все равно пусть все вместе. Хотя... а нет, достаточно быстро база поглощает. Окей. База хорошо работает, так что ладно. Так, с титаниумом, не знаю, можно что-то делать нельзя. Но омнидрель делается еще из вот этих вот. Надо ураниум. Уран, уран, уран. Где-то тут был, да, вот кусочки урана. А давайте их тоже используем. Так, только-то как отсюда их вытащить по большей части вообще? Достаточно проблематично стоит точка эта. Ну ладно, а лес можно вырубать? Нет, лес не могу я вырубать, да. Это грусть, печаль, беда. Так, ну окей, ладно. Как могу, так и поставлю тогда. Так, вот. Вопрос только в одном у меня здесь конкретно. Так, ну я, получается, только два могу куска добывать. Третий даже себе я мог добыть, но он, я же не могу по воде конвейер проложить, да? А, я могу по воде конвейер проложить, тогда не вопрос. Так. Тогда совсем не вопрос. Все, добываем, ставим их сразу всех сюда. Так. И все. Ну, хоть, в принципе, пусть сюда будет. Так, и погнали через всю нашу локацию. Вот до сюда. Да, до нашей стали. И пусть через сюда прогоняется. Нам, в принципе, без разницы, куда, откуда поступает. Так, здесь косяк. Ну, вот так вот примерно получается, да, у нас. Так, то теперь у нас уран, титан, все это дело добывается. Дальше у нас есть разные типы стен уже появились. А у нас есть различная энергия. Power booster, power laser, laser corner какие-то. Я еще не знаю, что это. Repair турель, кстати говоря. Вот для чего энергия точно нужна, это для этих штук по-любому. Так, давайте-ка мы тогда стены здесь укрепим. Враги уже должны быть мощнее, уже тут немного пробивать начинают. Так, мы заменяем стены, ставим более крепкие тогда с вами. Так, почему эти нельзя сломать? Враги слишком близко. Или что? Я не могу строить, когда враги рядом. Нет, могу строить. О, господи, блин. Расчихался я тут. Болеть не клево, ребята, не болейте. Так. Ну, я боюсь представить, что я сюда буду перегонять вот эти вот турели, потому что для них не придется ресурсы все сюда тащить. Это, как видите, ребята, расстояние, ну, совсем не близкое. Так, ну давайте-то здесь сделаем побольше пушек.
Давайте сюда вот эту поставим, вот эту можно сюда. Сейчас будет здесь просто квадриллиард пушек у нас, которые будут всем ломать лица. Так, как мы можем еще поставить? Можем вот так, вот так, вот так. И сейчас поставим добывалки. Так, на. Так. А, здесь уже не надо. Ну все, железо поставляется у нас, ребят. Хотя, в принципе, давайте даже остальные добавлю, что типа... Камням нам жалко, что ли, пусть больше добывается. Вот и готово, здесь стальная стена стоит, теперь будет потруднее через нее пробиться. Так, дальше бы интересно с лазерами поиграться, вот этой всей системой лазерной, но я еще пока ни разу, говорю, ни с ней не работал, очень любопытно, что это такое. Так, это у нас... Ага. Крусибл, это у нас что такое крусибл? Что-то не помню, что такое крусибл. Так, лава в форме, лава смелтер. Так, мне вообще водичка была нужна. Я хотел воду немножко добыть. Так, титаниум дрель, нет. Я помпа, вот помпа. Только вопрос в том, как она качает конкретно, то есть через что мне ее проводить надо. Через вот это? А, да, все правильно. Так, ну в базу, я полагаю, воду заливать не имеет смысла, она для других, скорее всего, сооружений. Так, у нас смелтер, это крусибл, что ты делаешь? Так, титаниум и сталь туда заходит, и мы получаем что-то с вами... Так, короче говоря, топливо это у нас уголь, а должно поступать туда еще титан и сталь. Ага. Так, ну допустим, сталь у нас здесь гонится. Давайте поставим сюда, и уголь здесь рядом. Вопрос титаниума, ну в принципе тоже решимый в данной точке. Так, давайте его куда-нибудь вот здесь поставим, вот здесь, наверное. Так, нам нужно, чтобы сюда поступал уголь, да? Можно, конечно, решить это более простым вопросом, но можно заодно сделать разделитель, потому что нам нужна будет сталь. Так что мы сейчас с вами найдем эту штуку. Я потерял, где она находится. Так, где разделитель-то? Роутер Junction. Вот роутер мне нужен. Так, сейчас мы его сюда ставим с вами, получается. И часть ресурсов будет еще скидываться вот в эту сторону. Смотрите, вот сюда мы ставим. И сейчас сюда немного стали будет перегоняться. Плюс мы сейчас добавим... Так, да, не, я лучше отдельный уголь, наверное, сделаю. Пусть сразу в нее поставляют. Так будет, думаю, лучше. Так, два угля хватит, наверное. Не знаю, сколько он потребляет. Но думаю, что нам должно хватить. Так, неправильно поставил. Так, вот сюда. И здесь еще роутер на титаниум, по идее, нужен. Но титаниум надо по-другому туда поставлять. Здесь не будет, неправильно будет. Тогда он вместе с... Хотя там есть разделитель на разные типы металлов. Но я не совсем с ним еще научился работать. Поэтому попозже мы его сделаем. Так. Попозже с ним разберемся на других уже левелах. Так, и по идее сейчас должно работать. Да, мы получаем с вами что-то новое. Так, и закидываем прямо сюда. Это новый конвейер нам даст, насколько я понимаю, да? Эта штука должна дать пульсирующий конвейер, да? И насколько он быстрее? Он быстрее, 5,4 у него скорость. Можно просто супер быстро поставлять нам какой-нибудь материал, который нам капец как нужен. Так, ну это чутка попозже, хорошо, у нас новый материал начал делаться. Давайте еще посмотрим, что мы можем с вами сделать. А, Weapon Factory. Давайте я его поставлю, вообще без понятия, что это. Для чего оно, ну... Даже без понятия, где его поставить-то так, чтобы нормально было. Ну, допустим, вот сюда поставлю. Что это такое? Так, кластер ганшотс, incredible speed, explosive grenades. А, видимо, я могу себе скрафтить какое-то оружие. Так, получается, что... Уууу, неплохо, смотрите, у меня новая пушка. Ебой. Так, значит, это для меня тема. Так, я, правда, все ресурсы на это потратил. Но было прикольно на это посмотреть. Так, стонформер требует что? Стоп, liquid... Лава в камень превращает. Это нам не надо, у нас нет лавы. Так, кол экстрактор. Это что? Не, я знаю, что такое кол экстрактор, но... Так. Тоже с камнем, в общем, понятно. Это все для совсем другого, нам это не нужно. Так, титаниум экстрактор. Ну, в принципе, основные вещи тогда сделали. Самые нужные ресурсы. Теперь можем, кстати, дириум вол ставить. Полагаю, что это самое непро... О, можно было дверки ставить все это время. Так, я пойду дверьки поставлю. Пойду с врагами сам посражаюсь. А, тут я сомневаюсь, что пока у ребят хоть какие-то есть шансы пробить нас. А в данный момент мне кажется, что если они есть, то они очень маленькие у них. Эти шансы. Так, давайте дверь здесь поставлю. Так, двери стальные, благо, поэтому нормально. Так, фу, блин. Двери отлично я поставил. Так. А как мне ее открыть? А, все понял. И на клик обратно закрывается? А, окей.
Так, пойду проверю свою пушку новую. Ребята, я иду к вам. Ух ты, стоп, здесь... Ага. Так, плазма-турель. А плазма-турель что требует в качестве патронов? Так, Heightly Shots, Ammo Capacity. Так, использует уголь как патроны. Окей, давайте попробуем. Уголь, говоришь, как патроны используешь, да? Ну, давайте посмотрим, насколько это правда. По идее, это что-то из разряда самого мощного. Что у нас может быть? Давайте посмотрим. Пока сам стрелять не буду, хочу посмотреть, что будет делать конкретно эта пушка. Должна быть прямая огонь вообще она у нас. Так, где там ребята-то? Идете? Нет? Сколько у вас вообще выходит уже? Сейчас выйду там, а, 9 штук. Ну, не так много, а это уже какие-то новые жирненькие враги пошли. Более сочные, более опасные, наверное. Блин, хочется так стрельнуть от них, но не буду. Я хочу посмотреть, как плазма-турель будет стрелять. Если ее так просто углем можно заправлять, то пожалуйста. Я воспользуюсь этой возможностью. Так. А, нет, не самая крутая. Тут еще вот что есть. Так, и ты будешь стрелять? Ага. Ну, неплохо. А дальность стрельбы какая у нее? Так, ого, рейлган. Рейлган-турель. Нифига себе дальность атаки. Так, окей. А, что ты требуешь в качестве патронов? Так, стил... Блин, сталь... Ну, тут, по идее, это можно сделать. Ладно, давайте попробуем организовать эту тему. Сделаем, чтобы здесь у нас рейлган стрелял. Так, нужен смелтер. Так. И нам нужны эти, добытчики железа, да? Так. Конвейер ставим. Быстрый, думаю, тут нет смысла конвейер ставить. Не особо, не самый нужный процесс здесь происходит. Что прям супер быстро все это доставлять. Это так, проба пера просто. Так, опять неправильно. Так, сюда. Так, на выход пусть будет вот сюда. И заходит вот сюда. Ой. Прошу прощения. Такс. Где у нас? Еще хочу один. Так, все, поставили. И где там рейлган? Так, где рейлган? Вот. Так, хочу ее как-нибудь вот так поставить. Вот так. Давайте сюда поставим. Такс. Ладно, если здесь турель, точнее, это крафтится, то давайте вот так. Пошикуем немножко. Так, и надо барьер здесь доделать. Какой каменный, я железный хотел. Железный барьер, самый барьерный. Так. Вот. Так, и надо было двери сделать. Но я, как обычно, этот момент продумал. Зачем нам двери, да? Так, ну что, можно волны, по идее, саму ускорять, запускать. Здесь есть кнопочка для этого. Но я пока что еще готовлюсь, все такое. Разбираюсь помаленьку, понемножку. Тут, кстати, можно офигенную базу отбацать. Вот это у меня оружие. Ну, ребятам точно не жить. Ё-моё, вот это я себе пушинцу открафтил, оказывается. Я, знаете, что заметил? У нас титаниум, из-за того, что я весь титаниум теперь перегоняю, у нас просто титаниум не поставляется. Сейчас смотрю на ресурсы, думаю, что-то тут не так. А я сейчас до меня доперло, что здесь не так. Такс, а можно вот этот камень пробить просто из интереса? Нет, нельзя. Ух, мне уж показалось, что я нашу базу продамажил. Это было бы довольно грустно. Так, там что, какой-то враг застрял или там какая-то здоровая махина? А, нет, вот. Самое крутое, что по снаряды сквозь камни пролетают. Поэтому я могу, по идее, вот... просчитать момент, где они находятся, и отсюда вот туда стрелять и перебить всех. По идее. Так, огромная стальная стена. Ну, нам просто двери надо. Можно мне дверь, пожалуйста? Так. Дверь у меня будет здесь. Все, и вот здесь надо этот поставить. Стальную стенку, конечно. Так, дверь вот так открывается. Все. И пошлите обратно к нам на базу. Ебой. Такс. Здесь все круто, здесь все классно. Можно будет репейр турель поставить чуть-чуть попозже. Я сначала хочу решить вопрос с поставкой титана, титаниума точнее. Хотя может его отсюда поставлять нам, слушайте, а? Смотрите, как его тут много. Так, это эта штука не справляется или угля мало поступает? Так. Тут в целом мне не нравится, что происходит. Ну ладно. Допустим, давайте пульсовый конвейер используем. Пульсовый этот. Текс. Хватит мне ресурсов на него? Так, какая скорость. Вот это скорость, ребят. Вот это называется скорость. А дальше такое еле-еле тащится.
Так, сейчас будет вот эта тема закидываться туда. Так, вот эти бы еще ускорить. Слишком медленно, конечно, здесь все происходит. Очень долго ресурс у нас доставляется. Хотя все равно не такие объемы. Так что, в принципе, по барабану. Так, что у нас еще? Титаниум экстрактор. Так, не экстрактор мне нужен, а вот это, титаниум дрель. Так, еще одну. Еще один. Катушка вот эта вот. Так, сюда. И остальные здесь надо будет. Но это же попозже, когда у нас будет ресурсов достаточно, чтобы такое провернуть. Ну, в общем, пока что за базу совсем не переживай, если не появится какой-то новый сорт врага, который прям совсем ультимативный будет. Так, знаете, что я хочу? У нас вот тут такая проблема образовалась, да, с вами? Что целая тонна стали и в итоге застряла здесь, да? Как бы-то... Блин. Не хватает в основном титана, вот он долго катится сюда, я смотрю. Но стали столько тереть-то тоже не хочется. Хочется, чтобы она тоже в дело шла. Как-никак. Так, разделитель еще один поставить, что ли? Если он, конечно, возымеет какой-то эффект. Так, ну хотя бы, надеюсь, половину-то будет отправлять туда, куда я хочу. Так, где у нас там роутер? А это что такое? Телепортер? Ну, наверное, энергией питается. Так, ладно. Сортер нет. Роутер еще один. Так, давайте-ка мы его с вами куда-нибудь вот здесь. Так, и вот сюда. С вами погоним. Так, надеюсь, что часть ресурсов все же туда поставляется, а то так совсем говорю, что без железа все остается у нас и совсем супер грустно все получается. Ядрить, сколько там железа скопилось, ё-моё. Сколько стали, точнее, там накрафтилось. Просто ядрить, колотить. Так, где у нас остальные? Ураниум дриль. Да не надо мне, я все, вечно титаниум теряю. Дриль. Так, еще. Еще одна. Так, и продолжим ставить пульсовую дорожку, пульсовую. Так, сюда, все. Ну, почти закончили. Ну, все, с ресурсами мы с вами разобрались. По идее, омни-дрель. Так, а мы омни-дрель ставили вообще? Ультимативная дрель. То есть, она просто будет любую руду супер быстро майнить, как я понимаю, да? Давайте проверим. Так, вот омни-дрель. Давай покажи мне, насколько ты крутая. О, ну действительно, слушайте. Хотя, ну не знаю, вроде не особо быстро. Ладно, фиг с ним, еще одну поставили, разобрались, короче, с этим вопросом. Так, что у нас там дальше? Что мы можем еще сами построить, чтобы прям было все круто? С оружием разобрались, лава смелтер, олл рефинери. Вообще, нам нужно другую карту пойти, где будет больше проблем у нас. Но давайте попробуем еще разобраться с энергией. Термальный РТГ-генератор, что это такое? Так. Small amounts of power, radioactive decay, уран... А, ну, в общем, через уран. Уран у нас идет, но тут урана у нас нет, поэтому мы будем через уголь делать все. Я хочу поставить репейр все-таки станцию. Так, где у нас там? Уголь, вот эта тема. Так, не совсем понимаю, как эта штука работает, поэтому как-нибудь вот так ее поставлю. Так, и получается, нам нужно экстракторы поставить, точнее эти... ну, в общем, добычу угля мы сами начинаем. Так, давайте пульсовые штуки использую. Все равно у меня их дофига, поэтому тратить особо некуда. Так, вот у нас получается заряжается она теперь. Так, надеюсь, она не детонирует от того, что ей некуда энергию тратить. Так, репейр, турель. Вот она, да? Репейр, турель, все окей. И, допустим, ты у нас вот так работаешь. О, действительно, вот она и работает. Вся энергия ей поставляется, она чинит наши стенки. Ну, практически до всего достает, я надеюсь, что все починит. А, круто. Так, это что у нас? Шилд-генератор. Так, и насколько же большой это генератор щита, вопрос тут. Только здесь у меня появляется. Так, а если мы еще один экстрактор поставим, экстрактор в экстрактор будет поставлять, например, энергию? О, да, слушайте, будет. Заправляет он его, нет? Но он его не заряжает, он в него разряжается, но не заряжает его. Это не то, что мне нужно. Термал-генератор, ну-ка. Так, а если так, то это тоже не заряжается, да? Ага, так, Combustion Generator. А есть типа батареи? Так, Generators from Oil. Так, Power Booster, что это такое? Так, Power, в общем, дает энергию всем блокам вокруг. То есть, получается, если я вот так поставлю, то работать должна ремонтная, да? Как я понимаю. Если я правильно понимаю. Так, ну допустим, Shield Generator. Да, работает. Вот оно, получается, как у нас. Так, ну, прикольно, это есть применение, по крайней мере. Так, ну это с этим надо еще, это еще надо придумать, куда использовать потом.
Так, это у нас лазер-роутер. Будет куда-то лазер поставлять. Пауэр-бустер, пауэр-лазер, лазер-корнер нам не надо. Нуклер, ядерный реактор, ё-моё. Так, а что ты будешь требовать? В общем, улучшенная версия РТГ. Так. Взорвется, если не будет достаточно охлажден. В общем, штука такая. Тяжелая, опасная. Пока что нам ее не надо. А потому что я полагаю, что все, взорву к чертям. Ну ладно, ребята, в общем-то, на этом эту серию буду заканчивать, наверное. А то я больше не знаю, что вам показать, кроме того, что нас тут будет потихоньку штурмовать. Но тут уже надо это как-то, говорю, то ли другую карту выбрать, то ли что-то такое придумать. Кстати говоря, Railgun так и не посмотрел, как стреляет. Надо подглянуть, насколько он мощный. Но в целом, надо, говорю, другой, наверное, уровень сложности нам. И чтобы противники прям перли, и мы чувствовали себя прям в дискомфорте каком-то, а то так довольно слабенький. Но Railgun такой вот. Хотя враги, смотрите, какие уже идут. Начинают гвоздями во все стороны разбрасываться. Возможно, продолжим просто в следующий раз с этой же миссии. Просто сильно прокачаем волны, чтобы враги уже были такие прям нормальные. В общем, ребята, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Если игрушка интересная, захочется по ней продолжение, можете поставить лайк, конечно. Набирается более 3000 лайков. А то гарантированно мы с вами идем дальше, играем в эту игру еще, разбираемся с ней и тому подобное. Также, если вы здесь впервые, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, если хотите пропускать новые ролики по всяческим разным играм. А на этом все. Всем удачи, всем пока. Скоро с вами снова увидимся.